like you know me, but you never will. But there's one thing that I know for sure. I'll show you. Наш день обнимет вечер. Хорошее настроение. Словами и боль всегда чего ты не мог со мной остаться. Ну как тут не подписаться на канал, а? Без тебя я не могу. Не знаю, как еще держу. Всем большой привет, я Дэмиан Волков, на моем канале уже 10 тысяч подписчиков, я очень сильно счастлив, спасибо вам огромнейшее за то, что вы со мной, за то, что вы меня поддержите, за то, что вы меня смотрите, и за то, что вы моя мотивация. Как я обещал, на свои 10 тысяч я сниму звонок подписчикам, и сейчас я буду вам звонить. Погнали! Поехали, звоним. Отличное начало! Алло. Это жесть, ребят, вообще в Россию просто невозможно звонить. Что я могу поделать? Шикарно, вы самые лучшие, вы попадете в самое начало видео, ваши эмоции самые крутые. Как ваши дела? Сколько вас там? Дыши, дыши ровно, а то придется в скорую звонить. Алло, дети мои, все, вы здесь? Что вы там делаете? Кого-кого? Ну, а у вас что, там, у вас там ребенок? Сестра. А сколько ей лет? Три, да? Три. Вы представляете, как вы ребенка шокируете? Марго? Привет. Привет. Привет, привет. Маргоша. Что бы вы хотели всем передать? Вот вы попадете в видео, что бы вы хотели сказать? Денег нету! Спасибо большое, спасибо огромное. Я очень рад, что я вам позвонил, потому что вы мне сами зарядили позитивом. Спасибо вам большое. Я вообще хотел уже перестать звонить, потому что я устал, я весь день звоню. И слава богу, все-таки, что я дошел до вас и вам позвонил, потому что вы самые крутые сегодня были. Я тоже не ожидал, что я такие бурю эмоций буду вызывать. Алло. 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 Да, мы будем где-то через 2 часа. У вас будем. Что? Скажите, пожалуйста, громче, вас не слышно. Кто? А ты кто? А ты кто? А я Волков. Алло. Алло, привет. О, здравствуй, нормально слышно? Да, великолепно. Шикардос, тогда здравствуйте. А... Великолепно, просто, боже, не могу, успокоиться. Я просто это самое, не могу. Просто, не плакай, не плакай, я уже обнял. Вот, сейчас, когда связь нормальная, можешь передать все, что ты хотела. Вообще, вот сейчас чушь такую скажу. Дай бог, конечно. Спасибо, что позвонила, я очень рада. Спасибо, что поговорила со мной. Тебе спасибо, пока. Пока. Что-что? Дождалась. Короче, я... Привет. Но я ждала этого звонка. Ну, короче, ты очень крутой, и ты всегда со мной, и у меня подушка с твоей фотографией. Подушка с моей фотографией? Подушка с твоей фотографией, а еще кружка с твоей фотографией и две фотографии просто.
Ого. Я вначале подумал, у тебя подружка с моей фотографией. Нет, не подружка. А как зовут твою бабушку? Мою бабушку? Да. Мою бабушку зовут Надя. Надя? Надя ее зовут. Да. И она сейчас на улице. Надюша? Да, Надюша. Я понял. Я понял, мне было очень приятно слышать тебя. Передаю тебе привет и твоей бабушке обязательно, Надюше. Надюше. Алло. Привет. Привет, как дела? Долго ждала, ты понимаешь? Понимаю, что ты долго ждала. Я тебе писала. Я сказала, что я обещаю, что я наберу всех. Я ж тут покраснела. Покраснела? Зачем? Зачем ты покраснела? Не знаю, ты у моего организма спроси. У организма твоего спроси? Да, зачем он покраснел? Интересно. Хорошо, а что ты мне скажешь, почему тогда поезд приехал? Поезд приехал? Да ладно, я угораю. Давай, расскажи, что ты там передай всем. Всем привет. И? И подожди, всем подвонишь. Кого-кого? Так, а ты скажи еще раз. Передаю всем привет и говорю всем, что ты позвонишь им обязательно. Я на тебе... Да? Да. И что, у тебя проблемы? Алло. Алло. Здравствуйте. Привет. Как дела? Боже мой. Алло. Мне сейчас становится, боже мой, ура. Что? Ура. Боже мой, ты мне позвонил. От души поздравляю всех женщин с 8 марта. Полы помоешь? Могу салатики приготовить. Салатики? А что ты про полы говорил? Помою тебе полы. Помоешь не полы мне? И не только. Я понял. Спасибо. Тогда жду в гости мыть полы. Хорошо. Давай. Привет. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. У тебя как? Погода как? Шикарно, солнце светит, а у тебя? У нас ветер. Что светил? Ветер. А что у тебя бабушка делает? Она в другом городе. В другом городе? Да. А ты что? А ты букву Р не выговариваешь? Да. А ну скажи рыба. Зачем? Ну что ты стесняешься, скажи рыба. Ты попадешь в видео, передай всем вот что ты хочешь. Побольше, пожалуйста, букву Р. Передаю всем счастья, побольше здоровья, чтобы все радовались. Давай, продолжай. Пожелай, пожалуйста, всем еще радости побольше, я тебя очень прошу. Желаю всем радости. Всем радости и мне радости. Всем радости и мне радости. Нет, не тебе, а мне, да, мне радости, можно? Тебе радости. Спасибо большое. Это была Бережникова, да, или Бережникова? Бережникова. Подожди, ты что, выговариваешь свою фамилию с нормальной буквы? Погнали. Смотри, если бы у меня был попугай Кеша, что бы ты ему передала? Побольше радости. Чтобы ты его обязательно научил разговаривать. И выговаривать эту... Какую букву? Которую я не выговариваю. А какую ты букву не можешь выговорить? А ну, а попробуй так сделать. Не могу. Не, ну, а ты попытайся. Очень круто. Это не смешно. Не, ну ты извини, пожалуйста, если тебя обидел, просто забавно очень. Ну, как бы, мне кажется, это мило. Хорошо, Ирка, спасибо большое, что взяла трубку, что поговорила со мной. Спасибо тебе, что позвонил. Все, давай, хорошего тебе дня. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы пиццу заказывали? Кого заказывали? Пиццу. Нет. В смысле? По вашему номеру звонили, заказывали пиццу. Алло. В смысле, две пиццы с пепперони без помидор. Просто давай, алло. Привет. Ура, здорово. Привет, блин. Это я сейчас в Россию, да, звоню? Да. А какой город? Москва. О, видишь, хоть Москва нормально встречает меня. Да. Как у тебя настроение? У меня просто шикарно. Сейчас я такая дома, на улице дождь, в квартире
И солнце вышло, и дождь пропал, да? Да, прям вообще просто лето. Скажи, пожалуйста, вот я снимаю видео, скажи что-то, что-то передай себе. Я хочу передать, чтобы всем волчатам привет. Меня вас очень любят. Мы самая крутая стая, наш альфа-самец очень крутой. И он вас их любит, и я тоже. Спасибо, можешь еще что-то от себя, вот прям вот вообще. Желаю всем, чтобы кушали бананы, они очень вкусные, полезные, там, огурчики там с огорода очень. Хорошо, спасибо огромное, спасибо тебе. Да, спасибо тебе большое. Все, давай, рад был да, тебя слышать, давай. Я тоже, давай, алло. Привет. Привет. Спасибо большое, я тебя тоже очень сильно люблю. Ты готовила прямо речь для меня, да? Специально запоминала, чтобы не забыть. Скажи мне, пожалуйста, как дела у твоей бабушки? Очень хорошо. А как ее зовут? Рита. Рита? Да. Ритуля. Хорошо, спасибо большое. Передавай привет своей бабушке от меня. Спасибо тебе большое за пожелание. И тебе спасибо, что позвонил. Давай, хорошего тебе дня. Да, пока. Пока. Алло. О, привет. Привет. Как дела? Хорошо. Твои как? Мои тоже хорошо, спасибо. А с какого ты города? С Орска. Орска? Это в России? Да, это за Оренбургом. Ого. Это там, где Гена Букин? Это там, где живет Геннадий Букин? Месть это великолепно, месть это единственное, что отличает нас от животных. У тебя в жизни будет много женщин, но ту, которая отомстил, не забудешь никогда. Спасибо, пап. Да. А ты знаешь, что такое Геннадий Букин? Да. Кто это? А можно у тебя вопрос спросить? Да, можно. Какая у тебя была мечта в детстве? Стать волшебником. А кем ты хотел стать? Волшебник. Актером очень хотел быть, вот актером. Прикольно. Шикарно. Расскажи мне, пожалуйста, у тебя есть попугай Кеша? У меня не Кеша, у меня Нюша. Поет, что ли? Нет. Нюша это ж певица. Мы просто так захотели назвать. А он кусается? Да. А меня укусит? Чего? А он со мной подружится, я более чем уверен. Ты вот поинтересуйся у него. Я не могу, она сейчас спит. Нюша спит? Да. А как попугаи спят? Даже да. Понял, хорошо, спасибо. Ирина, Ирландия. Будьте добры. Ну, ты понимаешь, да? Надо сказать что-то напоследок. Я хочу передать привет своему брату Вите и своей подруге, которая сейчас отдыхает в Сочи, в Кате Майской. Обещаю. Я это все загружу в видео. С тобой тоже. Передавай привет, Нюша. Хорошо. Все, давай, хорошего дня тебе, спасибо. Тебе тоже. Нюша, привет. Да. Да. Привет. Привет. А зачем? Хорошее начало. Как дела? Нормально. Шикарно. У тебя есть попугай? Был когда-то, как его звали? Нет, он уже на этом свете, у меня там его просто котик скушал. А как котика зовут? Граф. Даже хороший котик. Граф? Граф Скотыняка какая-то. Да не, он не Скотыняк, он просто как бы нелюбим этого попугайчика. Скотыняка, граф твой, Скотыняка. Юль, у меня очень важный вопрос. Ты сможешь мне на него ответить? Ну, думаю, да. Ты готова выйти со мной раз на раз? Давай, без проблем. Значит, проблем ты не хочешь? Да не, раз на раз могу выйти. Значит, то есть ты не очкуешь? Да я вообще не боюсь. Что бы ты хотела всем передать? Когда будет такой попугайчик, как у меня, чтобы им сожрал котик. Ты очень жестокая девочка. Хорошо, спасибо огромное. Спасибо, что взяла трубочку. Давай, хорошего дня настроения. Давай, пока. Пока. Да. Привет. Привет, как дела? Нормально. Нормально, что ты делаешь? Офигеть. Офигеть. Не стесняйся, говори, что хочешь. Как у тебя настроение? Что ты мне расскажешь? У тебя есть попугай? Нету. Как нету? Собачка. Ну ладно, так и быть, я тебя прощаю. А как собаку зовут? Лёша.
Да, слышно? Тебя слышно. Шикардос, привет. Привет. Я тебе, короче, говорю что-то, а оно доходит только через секунды 6, как-то так. Меня... Да, очень сильно тормозит. Если хочешь что-то передать, что-то передай. Привет, волчатам, наши беседы. Тебе желаю всего лучшего, желаю здоровья, банана тебе. Я вообще в шоке. Да не, просто понимаешь, мне очень тяжело в Россию звонить, потому что вам тяжело очень зазвониться. Ну, я понимаю. Хорошо. Все, я рад был тебя слышать. Спасибо большое, что взял трубку. И вот мое видео приходит к концу. Было очень круто, было очень весело. Все реагировали настолько по-разному. Кто-то смеялся, кто-то волновался, а кто-то вообще не знал, что сказать. В общем, вы очень крутые, и мне настолько понравилось, что я даже хочу снять вторую часть, звонок подписчикам. Если вам это видео тоже понравилось, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Хорошего вам настроения, хорошего вам дня. Бау! Пума, ты что там лежишь? Ого, ты в кадр попала.